Тестирование пациентов на вирусную инфекцию в Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции введено в работу новейшее оборудование. Его установили в лаборатории, куда посторонним вход строго запрещен. Но сегодня для журналистов сделали исключение. Какие возможности открывает новая техника, узнавал Антон Бузун. Лаборатория особо опасных инфекций – место закрытое для посторонних. Здесь работают только медики и только в спецкостюмах. Новое оборудование показывает журналистам главный врач республиканской санэпидемстанции Дмитрий Докашенко. Это последнее слово медицинской техники. Специалисты лаборатории месяц готовились к его пуску. Проводился монтаж и обучались работники. Благодаря этому оборудованию в республике появилась возможность проводить более 200 исследований в день на современном оборудовании, что улучшит качество диагностики коронавирусных инфекций. В этой комнате происходит прием материала, который доставляют курьеры из больниц, поликлиник, инфекционных кабинетов. Процесс лабораторного анализа ПЦР занимает один рабочий день. Материал проходит несколько этапов. Здесь его распаковывают, регистрируют, а после начинается исследование. Из молекул выделяют РНК. Выделенные пробы РНК добавляются в эти пробирки. Эти пробирки устанавливаются в приборы, происходит амплификация заданной программы. И через 2-2,5 часа, в зависимости от используемых тест-систем, мы получаем результат, который мы в дальнейшем анализируем. Все данные переводятся в цифры и графики. На основе этого определяется, есть ли у пациента вирусная инфекция. И потом мы видим, вот это положительные результаты. Но это еще не окончательный результат. Все эти данные на экране обобщаются уже в протоколе исследования. Только специалист может перевести данные с языка чисел в результат теста ПЦР, который получит пациент. Теперь таких тестов будут делать больше, а значит, будет спасено больше жизней, а в перспективе преодолена эпидемия. Антон Бузун, Александр Каплеев, Вести, Луганск, 24.